Слушай, уважаемые гости, а прямо сейчас, бескомпромиссный, эмоциональный, я думаю, вебинар, который будет иметь сверхнапряжение не только в центре клетки, но и за его пределами, потому что это поединок среди девушек по женскому ММА. Уважаемые гости, поприветствуем участницу третьего поединка нашего вечера в рамках весовой категории до 53 килограммов. И в красный угол приглашается спортсменка из Санкт-Петербурга. Thank you.
Итак, первый раунд. Раунд номер один. Один-два удара, ниже сядь. На крыльковном встречай, готовься.
все раундовые. Отлично, все классно. Вот, вот. Все отлично. Да, шире ноги. Дарья, разворачивай.
Я ослабляюсь. Все на время. Ноги шире, ноги шире, ноги шире, да. Ноги шире. Ноги шире, да. Ниже, пожалуйста, Даша, попробуй ниже ударить. Очень хорошо. Прямо в икроножную мышцу бей, Даша. Рука, нога. Да! Правая акцент. Она зажала. Все хорошо, работает. Ножка, руку с колопатией зайти. Саша, ты слышишь подсказку, Алан? Что ты сейчас сказал? Да! А теперь давай колено!
отлично. Даша, готовь. Даша, не проебать момент. Готовь на господин. Левый, левый, правый. Молодец. Спеши. Луки. Да, не спеши, не спеши, не спеши. Отлично. Вот так работает, да. Я отскакиваю сразу. Видишь, она сейчас не сидит, будет с этими микрофонами. Все отлично. Тип попробуй. Еее! Снизу руку, руки снизу, руки снизу. Класс! Есть, вторую руку надо засунуть. Вторую руку надо засунуть. Не шире, шире ноги, шире ноги, шире ноги. Да, 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 да. Все отлично. Она сдохла, все отлично. Вторую руку надо просунуть, да. Да, 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 просовывай ее в наглую суй туда. Наглую суй туда ее. Не надо, я говорю, ниже сядь. Ниже сядь и руки суй. Даша, ниже и пошире ноги сделай. Отцовку надо забрать, не спеши. Не спеши. Есть, пониже, 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 пониже. Вот, развернуть, да, еще, еще. Другой рукой дай, другой. Все, ниже сядь. Даша, ниже ноги. Еще шире ноги, еще шире. Вот, да, просов, 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 просов. Есть, и наверх. Наверх, наверх. Подтянь, подтянь, пониже, подтянь, ногами подними, за чертов подними. Как станут, да. Верни в одно действие. Не спеши, не надо сильно разворачивать. Не надо сильно разворачивать. Сейчас разнимем, сейчас разнимем. Даша, руки шире, поднимись, поднимись. Не надо сильно разворачивать. Надо сильно разворачивать. Колено. Дай локоть, дай локоть. Да, еще. Дай локоть, дай локоть. Вот. А, есть, еще, еще, еще. Есть. Да, еще. Да. Да, есть, бей локоть, бей локоть. Колено. Одной держи, второй бей локоть. Давай локоть, вставляй. Да. Итак, уважаемые гости, в этом поединке в связи с сдачей секунданта досрочную победу техническим нокаутом на 3 минуте 35 секунде третьего раунда одержала спортсменка из Красного Угла Санкт-Петербург Дарья Баркина. И для награждения приглашается ведущий Мегаполис FM, известный спортивный журналист, а также участник звездного боя турнира Fight Nights Global Игорь Рязанцев. В том числе на турнирах «Аплод»,
также сами выступали, и как я могу следить из соцсетей, и сами продолжайте тренироваться, не забывайте, в том числе ударные виды спорта. Но как вам женский поединок? Обычно они более даже эмоциональные, чем мужской ММА. И как вы оцениваете вот прошедшие бои, особенно последний турнир АПО? Я сразу определил, что девушка тайским боксом занимается, сразу же там родные движения для себя увидел. Но борьбу, конечно же, надо добавлять однозначно, потому что для развития без борьбы вас не было. Борьба нужна однозначно. Хорошо. Я думаю, что Дарья учтет все рекомендации, и в следующем поединке, возможно, она же сам будет инициатором борцовской техники. Поздравляю нашу чемпионку, благодарю за то, что присутствуете на нашем турнире. Что ж, мы двигаемся дальше.